Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня начинаем новый курс. Менің сабағым 5 модульден тұрады. Каждый модуль 2 видеолекция. Сосын дополнительные задания бар, тесты, банк тестов бар. Сосын оценивание, как курсераның өзінің талабы бойынша, каждый материалды біздер жасап дайындадық. Бір жағынан студенттерге де жақсы, и бізге де. Қай салада болса да, олар таңдап, сол курсты ашып, оқып, курстың мазмұнын түсініп, то есть қай курс өзіне керек. Например, экономика саласында оқып атқан студенттер, білім алушылар, например, біздің мамандық бойынша, ол деген big data, например, информатиканың IT саласындағы курстарды таңдап, соларды оқып шығуға болады. Предпринимательство. Он состоял из двух частей. Первая часть называлась «Заложение фундамента». Нас обучали, как строится бизнес, как работает бизнес-модель. И вторая часть называлась «Запуск», «Подготовка к запуску». Там уже объясняли, какие процессы проходит бизнес при стартапе, как он презентует себя перед инвесторами и так далее. В целом, программу Coursera я бы хорошо оценила, потому что она дает студентам такую более удобную форму обучения. Например, если есть уже большая нагрузка со других предметов, на предметы с Coursera можно в любое время прочитать тест, сделать тест или прочитать лекцию в любое удобное время. Также тебе дается много попыток дать один тест, из-за этого нету такого напряжения на этом предмете, как в других. И оно закреплялось очным практическим занятием, которое помогало закрепить знания. Мы презентовали на семинарах много презентаций, проектов. Нам ставили такие сложные вопросы, как объяснять себя перед инвесторами. Наш преподаватель хорошо ставил себя в роли инвестора. Она задавала такие сложные риторические, можно сказать, вопросы. И я очень рада, что вот в этом месяце мы начинаем еще один курс с этим преподавателем Аней Тажиденовой, уже с ее личным курсом.